Привет всем, дорогие друзья, подписчики моего канала. Да, немножко приболел, немножко голос хриплый, но не обращайте внимания. Сегодня хотел бы рассказать вам об одной программе, вернее, о двух программах и о том, как записать ваш Linux-дистрибутив, записать ваш образ с кэшем и использовать как экстренную флешку. И, скажем так, чтобы приложение, которое вы будете устанавливать на ваш образ, они сохранялись, то есть все ваши настройки, файлы хранились там и не стирались. А если вы хотите записать образ с Windows, то вам нужно пользоваться программой Universal USB Installer. Давайте загрузим ссылочку, где можно скачать, я оставлю в описании. И сейчас с помощью данного приложения я продемонстрирую, как записать образ на USB накопитель с кэшем. Ну, давай, братюня. Ты по идее антивирус проверяет этот файл. Так, все чисто. Сейчас, друзья, все будет. В общем, здесь соглашаемся. Выбираем какую операционную систему, какой дистрибутив, допустим, Linux Mint, да. Ищем теперь образ Linux Mint. Давайте поищем на моем компьютере папочки soft, os и папочка linux. Ну, давайте, допустим, запишем linux mint 17.1 xfce. В общем, здесь мы будем выбирать наши носители. Давайте сейчас я воткну флешку, наверное, да? Одну минутку, друзья, достану с браслетки. Вот, вот моя флешечка. И вот появилась моя флешка на 8 гигабайт. Ну, здесь ставим галочку, чтобы ее форматировать. И советую, да, вам до конца на все оставшееся свободное место. Ну, здесь в данном случае 4 гигабайта на 8 гигагол, ну, на 8 гиговую флешку. Это у нас будет кэш. И нажав на папку, о, на папку, прошу извинить меня, на кнопку Create, мы запишем наш образ с кэша. И потом мы запускаем наш дистрибутив с флешки, да, загружаемся в BIOS. Нажимаем не установить, а try, да, то есть, ну, старт, короче, да, то есть запускаем в live режиме. Но, увы, сюрприз, вы увидите, что у вас свободно 4 гига памяти, и на эти 4 гига вы сможете там что-нибудь, да, и установить. В общем, почему Linux Mint? Советую все-таки записывать Mint как на экстренную флешку, потому что там уже предустановленный очень богатый пакет софта, и на эти 4 гига вы сможете там нужные программы нагрузить. Это все очень хорошо и круто работает. То есть пользователь у меня спрашивал, как это сделать. Вот у него полетел жесткий диск, и для работы ему нужно было вот использовать подобный вариант. Ну вот, посоветовал, так можно сделать. То есть Universal USB Installer, выбираем образ, выбираем носитель, форматируем и обязательно этот ползунок откатываем до максимума, чтобы записать кэш. Это что касается винды. Сейчас мы, друзья, рассмотрим, как это все сделать из-под Linux дистрибутива. Секундочку. Так вот, друзья, загрузился я с Linux Mint, и для того, чтобы записать тот же ISO образ нашего дистрибутива на флешку с кэшем, нам понадобится приложение, называется, но Unet Booting, если я не ошибаюсь. И вот мы нажимаем на вот эту вот кнопочку и запускаем приложение через центр приложений. Нажимаем установить, вводим наш пароль. И происходит загрузка пакетов. Unet Booting. Сейчас все это дело благополучно установится. Ссылочку сейчас вот я скопирую, чтобы вам было уже сразу. Так, все есть.
Применены все изменения, полностью применены. Хорошо. По идее, сейчас мы сможем найти Unet Booting. Вот это приложение, собственно, у нас есть. Вводим наш пароль. В общем, смотрим. Можем выбрать дистрибутив и версию. Скачать это все дело с интернета. Можем выбрать наш образ. Опять же таки. User. Так, образ у меня был где-то там на винде. Давайте его скопируем. Soft OS. Выберем тот же Linux Mint XFCE и перенесем его куда-нибудь. Давайте файловую систему и сюда вкинем в корень. Откроем как root. Можем вставить и закинем в корень. Сейчас подождем секундочку. Записываю все это в лайв режиме, чтобы было понятно, что и как, и с какими проблемами можете столкнуться именно вы. Сейчас все это дело докопируется. Ну, здесь вот мы используем Unet Booting, а в создателе загрузочной флешки под Ubuntu там это все дело нормально работает. Тут на Минте стандартными методами мы не можем этот самый записать кэш. А в Ubuntu, если меня не подводит память, эта возможность уже есть. Ну, скажем, у нас есть Unet Booting, поэтому почему бы и нет. Вот наш образ. Нажимаем открыть. И смотрим. Space used to preserve files across rebooting. Reboots. Вот. И мы здесь указываем тот же наш кэш. Сколько там мегабайт? Да, допустим, 4000 мегабайт. Указываем USB драйв, и вот тот наш USB драйв, который вот, кстати, ну, том, как он называется. И записываем, и опять же таки все записывается с кэшем. И когда вы будете запускать дистрибутив в лайв режиме, не устанавливать, а запускать, то у вас данная версия, она будет работать как, ну, как бы демонстрационная, да, лайв режим, но все приложения, которые вы будете устанавливать, они будут сохраняться. И при перезагрузке все ваши файлы, там локализация, там приложение, все будет. То есть, ребят, для тех, у кого там, да, какие-то экстренные ситуации, у кого там полетел жесткий диск, а нужно использовать компьютер до покупки, там, да, или, ну, как бы, это выход, это вариант. И также мы можем сделать экстренную флешку, да, установить, да, ну, таким образом, образ на флешку, сделать кэш, установить необходимый набор приложений для нас, там различных утилит, и администрировать, либо использовать в каких-то других целях. Надеюсь, данное видео было полезным для вас. Ставим лайки, подписываемся обязательно на мой YouTube канал, комментируем, вступаем в группу ВКонтакте, читаем Twitter аккаунт. Еще раз, друзья, спасибо за внимание. И подписчику, который спрашивал о всех тонкостях записи образа с кэшем, привет, дружище, тебе, и надеюсь, данное видео для тебя все еще будет полезным. В общем, друзья, еще раз спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.